Персональная выставка живописи Андрея Пеплова также начала свою работу на площадке музейно-выставочного центра. Впервые художник показал свои полотна широкой публике в 2012 году. И это был настоящий успех. Мастер пишет натюрморты, пейзажи, но особое место занимают портреты. Глубокие, наполненные, всегда притягательные для зрителя. Поклонников творчества Андрея Пеплова и тех, кто еще не знаком с работами автора, всех ждут в музейно-выставочном центре на Советской.